2002 году доллар сравнялся с евро, вернее, евро сравнялось с долларом. И буквально вчера тоже 40. Доллар вернулся, вернее, евро вернулось к доллару, оно уже там маленько убежало. Почему мне интересно сейчас вот исторически этот вести блок маленький, хотя никто его не смотрит, но мне все равно интересно, потому что все, оказывается, повторяется. Там и события на Украине тоже так же, все какие-то прям числа прям один в один идет, вы представляете? Бомбардировка там Киева, Винницы. Вот молодцы, вообще уважаю таких людей, кто утром встает, выгоняет скотину. Он коза дереза побежала.